Привет, мои дорогие ребята. Все, пришла с работы, сготовила. Представляете, даже выдержала. Целый тазик салата. Ой, с тунцом. Видео на моем втором канале. С зеленью. Руккола. И еще что-то. Я уже забыла. С яйцом. И сегодня я купила, ну не было, лососевых котлеточек. К сожалению, не было тресковых. Но тоже вкусные, но горячие. Поэтому пока салатика. Пока спит Маруся. Какие. Но из трески вкуснее. Купила в Новом веке котлеты. Там не надо. Цена, в принципе, нормальная за килограмм-то. Их в рот не ломишь. Я даже не знаю, из чего они. Но не из трески, это точно. Там были кальмары, треска. Взяла попробовать треску. Кальмары я пробовала. Ой, лососевая. Салат бы мне это на вечер еще оставить. Ну, есть можно, но уже говорю, что тресковые вкуснее. Ну, еще маленькие рвать. Эх, чайничек-то я не поставила. У меня кофе тут, сейчас мы допьем. Десерт. Чуть не тыкнула зефир.
У меня сегодня рыбный день. Я молча. Что-то сегодня тоже очень много и народу было. И снесли. И уже, ну, бывает, что, да, хватает общения. И видео она записала. Ой, сейчас только полежать. Практически и первый, и второй десерт. Зефир хранился не в пакете. Ай-яй-яй. А на ночь разгрузочный день. Ну что, спасибо всем, кто ел. Готовить. Всех обнял. Пока-пока. Ваша Наташа.